мужик смотрит объявление там, и вдруг находит объявление, меняется трехкомнатная квартира в умном доме на любую жилплощадь в обычном районе. Он думает, слышишь, с женой в хрущевке живем, пора как-то расширяться, раз такое дело. Приходит по адресу, звонит, значит. Тут открывает мужик, говорит, здравствуйте, заходите, смотрите. Тот смотрит, да все, тут вот, сказал, вот раз, там штора отодвинулась. Ну, умный дом, блин. Он говорит, нифига себе, а в туалет можно сходить? Говорит, да, пожалуйста. Тот подходит, дергает дверь, говорит, а что не открывается? Вы свет не включили. Ага, включил свет, раз, дверь открылась. Он зашел туда, сделал свое дело, выходите, дверь закрыта. Он начинает стучать, говорит, вы воду за собой там не слили, поэтому дверь не открывается. Он говорит, а, понял, слил, дверь открылась. Он выходит, говорит, слушайте, ну такой класс, ну такая квартира шикарная. А что вы меняетесь? Ой, вы что, не знаете нашу страну? То воды нет, то света.